Добрый день. Только что пришел из магазина onlinetrade.ru, из его пункта самовывоза, где купил вот такой вот очень популярный сейчас SSD диск Samsung 850 EVO. Значит, его отличительной особенностью является то, что он позволяет читать маленькие кусочки кода, да, данных на диске размером всего лишь 4 килобайта, со скоростью 88 тысяч IOPS, так называемых. Дело в том, что многие производители указывают большую скорость последовательного чтения, там 500 и выше мегабит, мегабайт, да, в секунду, но при этом умалчивают деликатно о скорости случайного чтения маленьких кусочков. А именно такие данные хранятся у вас на диске. И вот именно производительность в большинстве случаев вы будете оценивать не по скорости копирования видеофайлов или фотографий огромных, а по скорости работы операционной системы, открытия небольших документов, которые раздроблены у вас на диске. Вот поэтому я решил заменить свой SSD-диск старый, ну где-то 3 годика ему уже, вот, который мне достался там по наследству, когда я покупал компьютер, на новый, чтобы подключенный по со скоростью 6 мегабит в секунду данный диск, 6 гигабит, да, в секунду данный диск по SATA 3, он у меня работал быстрее, да, и, соответственно, операционная система загружалась быстрее. Уже сейчас она показывает индекс производительности максимальный, но давайте посмотрим, насколько он улучшится при переходе на вот этот новый диск. Для этого я воспользуюсь программой, которая склонирует мне старый диск на новый. Потом отпишусь о результатах. Расскажу вам дальше. Итак, давайте оценим скорость загрузки со старым диском. Нажал на кнопку. Вот. Сначала загружается, естественно, BIOS. А потом уже операционная система. Стоит у меня Windows 7. Вот. То есть вся операционная система пока загрузилась за 20 секунд. Но плюс еще какие-то дополнительные у меня там программки. Сам диск выглядит вот так вот. Достаточно стандартно. Никаких салазок нету. Кабеля нету в комплекте. А вот, собственно говоря, и результаты тестов самсунговского диска и предыдущего. То есть мы видим, что произвольное чтение и запись быстрее. Вот особенно практически в 4 раза быстрее чтение. Вот и где-то в 1,5-2 раза больше записи, скорость записи. Точнее, в 1,5, да? Вот. Но последовательное чтение здесь больше у Samsung за счет того, что он подсоединен к 6-гигабитному порту, а вот этот Kingston, он подключен только к 3-мегабитному порту. Итак, я заменил жесткий, точнее, твердотельный диск. Вот, система стала загружаться немного быстрее, и главное, программы, например, для видеозаписи, стали загружаться быстрее, да, за счет того, что увеличилась скорость чтения с диска. Вот. Сейчас мы смотрим информацию о данном диске на сайте onlinetrade.ru. То есть сейчас он еще есть в продаже, так как на Алиэкспрессе скидка сейчас идет в связи с 8-летием Алиэкспресса. Здесь тоже идет скидка. И можно получить 200-150 рублей скидку за регистрацию и еще указать, что у вас день рождения, и тогда вы еще получите 300 рублей скидку. Итого 400 на 450 рублей вы легко можете дешевле купить данный диск. И цена уже будет сопоставима с другими магазинами, но здесь вам предложат множество точек пунктов самовывоза с бесплатным самовывозом.
Вот здесь есть обзоры, то есть действительно технические, заявленные технические характеристики подтверждаются. Вот поэтому данный диск рекомендуется к покупке как наиболее современный и быстрый. Вот, то есть вот эти вот характеристики, они соответствуют действительности, как мы видели. Есть у Samsung и более дорогие диски, но они нужны, я думаю, если у вас там вот какая-то высоконагруженная система, и вам важно прям вот ее быстродействие. Вот здесь есть отзывы и обзоры. И за отзывы, и за обзоры онлайн-трейд платит деньги. Давайте посмотрим здесь еще на фотографии. Вот так вот он крепится. Вот, спасибо большое за внимание. До новых встреч на моем канале.